В одном из корпусов Самарского политеха на избирательном участке 2903 проголосовал председатель Общественной палаты Самары Габибулла Хасаев. Габибулла Рабаданович считает, что выборы губернатора позволяют гражданам выразить свою позицию и принять участие в важных решениях, касающихся региона. Выборы губернатора – это самые важные выборы в регионе. От того, кого мы выберем, его компетенции, компетенции его команды, зависит без всякого преувеличения наше будущее на ближайшие 5 лет. Если мы хотим позитивные изменения, то мы должны к этому приложить определенные усилия, придя на голосование и выбрав того, кого считаем наиболее компетентным на эту должность.